Ничего не понятно. Непонятно говоришь? Маэстро? Да, это я, детка. Не сдавали войну 1812 года. Я читаю и ничего не могу понять. Ничего удивительного. Ведь ты не читал первую научную историю войны 1812 года. Но ты ж не какая-то дешевка. Вашему вниманию самая главная книга в мире. Нет, не Библия. Что вы? За авторством Евгения Панасенкова. Первая научная история войны 1812 года. Пожалуй, самого крупного и оригинального по мысли специалиста в отечественной истории. Кто одержал победу в Бородинском сражении? Какова личность Кутузова в мировой истории? Какие сапожки носил Наполеон? Вопросы, которые задает себе каждый мыслящий человек, ответы на которые вы найдете в первой научной истории войны 1812 года, которая является лекарством от невежества. Каждая ее страница обладает непревзойденной мудростью. Читай Панасенкова, не будь дешевкой. Why do I love Paris? Because my love is new.